Что надо? Здрасте. Дверь откройте, пожалуйста. А зачем? Вручить вам предупреждение. Вчера были уже все. Нет. Вручить предупреждение мне необходимо о недопустимости повторной реализации спиртных содержащих продукции. Даже пахнет как-то спиртом. Не знаю, какой такой. Знаете, можно? Конечно, можно. Что фотографировать? А, можно и так. Вчера было. Ну, сейчас выберу решение, вы знаете. А? Значит, смотрите, вчера было выбрано. Закон о реализации содержащих продукции физическим лицам. Значит, в настоящее время у нас уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность в случае повторного подобного факта. Вот. А то есть вот вам официальное предупреждение, надо его получить. Что, расписывался? Да, надо написать. Получено, фамилия вашей инициалы, число и подпись. Конечно, да. Второй экземпляр вам отдам. Получено. Получилось. Здравствуйте. Можно к вам зайти? Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, Чепурной Андрей Викторович, начальник управления МВД России по городу Саратов. Вас как звать? Людмила Федоровна. Жалуются на вас соседи ваши жители? Ну, вы знаете, ну, выйти отсюда, я с начальником поговорю. Да, ничего, они не мешают. Я корреспондент. Я понимаю, ну, проходите. Андрей, я вас прекрасно понимаю. У меня пенсия 7 тысяч. И что, значит, можно травить людей? Я не травлю. Вот я вам крестом клянусь. А вот сейчас экспертизу проведут. Вас и привлекали к уголовной ответственности. Вот с 29 июля ужесточили ответственность. Если раньше вас участковый за продажу незаконную штраф суд выносил 500 и 1000, 1500 рублей, сейчас от 30 до 50 тысяч. Я вас прекрасно понимаю. В следующий раз там уголовная ответственность. От 50 до 100 тысяч. Я вас очень прекрасно понимаю. Поэтому вы прекратите, пожалуйста. Я понимаю, что здесь не нравится людям. Конечно, люди пьяные, люди здесь ходят в туалет, люди жалуются. Поэтому вы сделайте, пожалуйста, вывод. Ну, неужели вы же не голодаете? Не... Зачем? Вы на 7 тысяч проживете? У меня пожар, я даже ремонт себе не могу сделать. И что, значит, теперь можно продавать вот это вот пойло, которое травите людей? Я все понимаю. Ладно. Люди жалуются. Сделайте, пожалуйста, выводы. Вы пожилой человек, я вас очень прошу. Все. Спасибо.